Всех приветствую на канале Helping Animals. Женщина нашла под своей машиной напуганного лысого пса и решила спасти бедное животное. Мексиканка Карла Солис нашла под своей машиной больного напуганного пса и решила спасти бедное животное. Ветеринар осмотрел беднягу и выявил несколько кожных заболеваний и проблемы с желудком. Вдобавок ко всем болячкам вес собаки был всего 15 килограммов, а это в два раза меньше нормы. Солис поняла, что одной ей не справиться с проблемами этого пса, и связалась с местным спасателем животных Модер. Когда пес попал в приют, ему дали имя Эллиот и бросили все силы на его лечение. Финансы, выделенные для Эллиота, закончились раньше, чем курс лечения, но Модер решил помочь, оплатив остальное из своего кармана. К счастью, подопечный быстро пошел на поправку. Спустя некоторое время у Эллиота начала расти шерсть. Когда он выздоровел, настало время найти ему новую любящую семью. Эллиота переправили в Сан-Диего, где этот красавчик сразу нашел хороших хозяев. Он покорил сердца молодой пары из Калифорнии, которая искала взрослую спокойную собаку. Они окружили застенчивого пса своей заботой и дали ему новое имя – Ашер. Теперь сложно представить, что этот красавчик когда-то был бездомным и прятался под машиной. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.